вся бессонная еле млеет. Еще произошел переворот, а кто обходит старого еврея, тому холера сядет на живот. А разменяйте мне 10 миллионов, купите мне билеты на Бердич и посадите меня в мягкие вагоны. А мне от маски дайте мне кирпич. Ты говоришь, полтинника тебе мало, а полтора тебе никто и не дает, лишь потому, что косо ты лежала, а его никак туда послать. Когда еврейское казачество бушует, у Бердича произошел переворот. Сегодня хай мы дядю Васю арестуют, а завтра будет все наоборот. Гопсов, что такое? Остановитесь, горы, шепетовка, Левка, бери винтовку и полезай на изготовку, полезай под вагоны, там пальчики бендеровца. И вот мы снова все сидим на Молдобанке, а за стеной шумит бандитский спор. Япончик Мишка речь толкает их в стачанке, и урка Ганов поубивает на поход. А вот мы снова все сидим на Молдобанке, а за стеной шумит бандитский сход. Япончик Миша не толкает их в тачанке, и урка Ганов поубивает на поход. Эх, Миша, Миша, если бы ты знал, что чекисты шлепнут тебя тогда в 19-м. Нет больше Мишки, остались лишь слова да песня «Вот, например».